Какой интерес у московской биржи к стартапам в целом? Хороший вопрос, потому что биржа ассоциируется с компаниями крупными, зрелыми. Но отчасти это правда, потому что выйти на публичный рынок может компания, которая уже имеет определенную степень развития. Тем не менее, готовиться сани нужно, как известно, летом. Вот, и для даже молодой начинающей компании перспектива выхода на публичный рынок может казаться достаточно близкой. Вот, поэтому для нас важно готовить вот эту вот, скажем так, смену тем крупным монстрам, которые торгуются. Я не исключаю, что молодые динамичные компании будут превращаться в голубые фишки. Дорогие друзья, приходите 17 февраля в 19:30 Soho Rooms на стартап-шоу. Будет интересно и весело.